Помочь победить нефтеюганскому правоохранителю вы сможете на сайте 86.мвд.рф. Голосование продлится до 20 сентября. По итогам определят победителей, которые пройдут во второй этап. Также на сайте есть возможность ознакомиться с биографией других претендентов. Полицейский, набравший наибольшее количество голосов во втором этапе, представит игру в финале Всероссийского конкурса «Народный участковый-2021». Он пройдет с 1 по 10 ноября.